Здравствуйте, я Андрей Блохин, и я представляю вам спортивные новости БРИКС. Поехали! Завершились зимние Олимпийские игры 2018. Как выступили на них страны БРИКС? ЮАР, Индия и Бразилия закончили зимнюю Олимпиаду без наград. У российских спортсменов 17 медалей, из них 2 золотые в фигурном катании и в хоккее. У Китая 1 золото в шорт-треке и количество наград в общем зачете 9. Одним из тех, кто принес Китаю серебро, стал мастер фристайла Цзя Цуньян. 27-летний спортсмен стал вторым в лыжной акробатике. Это для него уже третья Олимпиада. В Ванкувере китаец был 6-м, в Сочи – 3-м. Знаменит же Цзя Цуньян тем, что в его ногах 22 металлических стержня. Китайцы готовят очередной громкий футбольный трансфер. Андрес Иньеста получил предложение от команды чемпионата Китая Тяньцзинь Шаньхуань. Азиатский клуб готов платить испанцу 35 миллионов евро за сезон. Иньесту пытались заполучить уже зимой, но Андрес решил взять паузу. Предполагается, что контракт с легендой Барсы будет бессрочным. В Бразилии футбольный матч прервали из-за недостатка игроков на поле. Куда же они подевались? В матче «Виктория-Бая» все началось с потасовки при счете 1-1. В результате у одной команды удалили 2 игроков, а у другой – 4. На этом команды не успокоились и в общей сложности заработали 9 красных карточек. Согласно регламенту, арбитр был вынужден остановить матч. Удивительный факт. Индия на Олимпиаде в Корее представлена всего 2 спортсменами, но именно пользователи из этой страны проявляют особый интерес к играм. По количеству запросов об Олимпиаде в Google эта страна БРИКС идет на 2-м месте после Соединенных Штатов Америки. Это были спортивные новости БРИКС с Андреем Блохиным. Встретимся через неделю.